С пользой для общества и природы. Ко Дню молодежи экоактивисты провели акцию по уборке мусора на набережной Улан-Удэ. Волонтеры собирали бутылки и пакеты на берегу Селенги. В общей сложности прочесали около 200 метров. Сегодня наблюдается подъем уровня воды. Сейчас период многоводья. И воды во всех реках поднимаются. И, естественно, все реки они начинают смывать весь мусор, который находится на прибрежной территории. Поэтому, пожалуйста, жители Бурятии, забирайте мусор с собой, не оставляйте его там. Подбирайте максимум все, что с собой. Даже, может быть, это не ваше, но тоже захватите его с собой, чтобы Байкал оставался чистым, чтобы нам не было стыдно перед другими. И самое главное, чтобы он остался чистым для наших внуков. Участок хоть и не такой большой, тем не менее, ребята собрали 55 мешков мусора. Очень много окурков, бутылок из-под алкоголя, салфетки и туалетная бумага. В общем, как будто и не центр города вовсе. Добровольцы надеются, что их призыв будет услышан, и люди будут осознаннее относиться к природе.